А что этот, когда в отель ты их привез, сказал, что самый дорогой отель, где ты реально идем, ляма ди идем? Да, мне кажется, иди, а мы, мне кажется, иди, иди, мы. Инга Мадатели, это я не думаю. Ай, красавчик, братка. У меня есть в Вене подруга туркменка, учится она, да, в Вене, в университете. Может, ее, знаешь, Майя ее зовут. Все симпатичная. Да, туркменка, да, балканская, да. Так вот эта маечка мне нашла букинг этот отель. Мы, клянусь Аллахом, до конца не знали, что этот отель бесплатный. Клянусь Аллахом. Ну, примерно, в принципе. Примерно там дёрда адамы, 120 евро, вон орда, чем мы? До конца, клянусь Аллахом, это был такой формат, понял? То есть мы не знали. Последний вопрос, то, что мы до этого разговаривали. Ты за правду, правильно, Берды, братка? Ты за правду. Конечно, топишь конечно. До конца, только за правду. Эльхамдулилля, только за правду. Все, эльхамдулилля, красавчик. Тогда смотри, 1 миллион подписчиков. Вот у тебя 1 миллион подписчиков. Да. Они настоящие или нет? Брат, ты записываешь это видео? Интересно просто, потом в конце видео. Я тебе сказал, брат, клянусь Аллахом, ни одного там... Вот гивэвэевские аккаунты, они гивом накачаны. Гивэвэевские аккаунты. Я тебе скину таких 2 аккаунта, у которых 2-3 миллиона подписчика, да? Просто посмотри их лайки. У них меньше, чем у меня. Вот, смотри, у меня 42 тысячи подписчиков, а просмотров больше. Как такое было? Как такое? Смотри, мне просто в голове не укладывается. Давай, брат, так скажу. Твой контент, может, ты видел видео? Илон Маск, типа, лекция верта, я 4 миллиона адам гелерде лекция. Типа, юморной контент, то 10 миллион адам середе. Люди не хотят учиться бизнесу, что-то в этом роде. Понял? Ну, там не бизнес, там же у тебя не только бизнес же. Там у меня... Ну, разницы нету. Ну, посмотри, 1 миллион подписчиков, 1 миллион где и где 42 тысячи. Там же как минимум должно же быть больше. Я уже этот вопрос, даже я года 2 уже скажу тебе, сказал так, что... Для меня подписчики, они стали, знаешь, вот, изначально, клянусь Аллахом тебе скажу, я когда зашел от студентов, когда вот забрал студентов прямо, я не знал, что столько студентов приедет. Гелин Невар и Левяш Туркменгелли. Кон, Субжан, ты? Ты можешь, мы амбан, ты рот, там, попутай мне, Смотри, короче, и второй вопрос, вот, ты мне написал, да, типа за хайпом гонишься или еще что-то, хайп мне не нужен, как я тебе сказал, я и так на хайпе, правильно, ты знаешь? То, что мы на хайпе. Хайп нам не нужен. И этого паренька ты написал, типа, я его найду в Турции. Я как сказал, его трогать не надо, этого паренька. Этот паренька, за ним я стою, за этим парнем. Я вообще его не трону. Аллах тронет и другие ребята, которые с ним живут. Разницы нету. Кто бы его не тронул, кто бы его не тронул за это. Если его кто бы не тронул, я тебе говорю, за это... Слушай меня, одну секунду, слушай. Я тебе говорю, если... Слушай меня, если... Слушай, я тебе говорю, если кто-то его тронет, отвечать будешь ты за это, я тебе сразу говорю. И... Сейлеми, я тебе ультиматум говорю, я тебе ставлю, то, что это, если этого парня кто-то тронет пальцами, ты отвечать будешь за это. Если этот парень, еще раз повторяю, скажет, что это неблагодарно, товарный, где Урсадар Соня, я отвечаю за это. Если, я неблагодарный, короче, вот так придут и забьют, ты за это отвечаешь, да? Да, а если его кто-то заденет на улице, блядь, тебя ударит, ты же понимаешь это, что жизнь, понимаешь? Ну, я тебе говорю, разницы нету, неблагодарный тварь или кто бы ни был, его никто не тронет. Ладно, я тебе сказал. И последний вопрос, последний, самый интересный вопрос, который всех интересует, вот всех подписчиков. Не-не, ты знаешь этот вопрос. Последний вопрос. Все говорят, да, слух пошел, брат, по городу, то, что ты заднеприводный. Правда это или нет? Ответь, да, своим подписчикам. Бог и теклиянмы, я и теклет триянмы. Вот это всем интересно. Кем диамольта?
Сей день. Все, send me location, отвечаешь, send me location, ты говоришь. Любое время. Братва, вы все слышали, короче, send me location, Бердыбек Менов готов, вот, да? Готов, вот, да? К труду и обороне. Ну ты знаешь, брат, я блогер, такого не канает. Нужно все снимать, сторис, помог, там не помог, все сторис надо снимать. Но здесь, да, видишь, у каждого своя правда. Тот говорит так, ты одно говоришь. Короче, бог и теклеттер, мог и теклет, я молял, да? Давай, удачи тебе, братка, давай, в твоих делах, если что, на связи. Давай.